Почти 700 жалоб на плохую уборку снега поступили в январе на портал «Добродел». Также почти 100 подобных обращений в этом году пришли на почту областного госсанитехнадзора. Об этом сообщил местный портал РИАМА со ссылкой на начальника регионального ведомства Татьяну Витушеву. Зимой наибольшее количество жалоб касается именно уборки снега. В основном жители обращаются на портал «Добродел», однако сообщения поступают и в территориальные отделы госсанитехнадзора. Только в январе на портал «Добродел» поступило почти 700 обращений на недобросовестную зимнюю уборку. Поэтому сейчас региональный госсанитехнадзор проводит 3 спецоперации. Первая – «Снегопад», направлена на контроль за своевременной уборкой улиц и тротуаров. Вторая – операция «Кровля», для того, чтобы проверить состояние крыш нежилых помещений. В этом случае инспекторы проверяют наличие снега и наледи. И третья операция – засада на снегосвалку, призвана не допустить несанкционированного выброса вывозимого снега на территории Подмосковья, а также сброса мусора под видом снега на территории снегосвалок. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.